Guten Morgen, liebe Freunde. Сегодня у нас на обзоре будет легендарная камера Canon PowerShot G7X Mark II. Стоила она в 2018 году 350 евро. Я ее купил за 200 евро в 2021 году. Коробка легендарная. Посмотрите, как она сделана. Премиум класс. Я сразу такой держу ее и чувствую, что коробка очень из хорошего материала, и реально камера заставляет удивлять своей многофункциональностью. Все штрих-коды, все, что надо, показываю на камере. Все видно. Все, пройдем unpacking. Вот так она открывается. Очень интересно получается, это двигается. Одна часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть. И вот так открывается. В коробке у нас лежит фотокамера, зарядное устройство. А далее у нас еще вот такой получается ремешок для камеры. И в принципе все. Вот такой переходник получается для SD-карточек маленьких. Вот, смотрите. Разъемчик тут есть маленький получается. Check Kassenbon. Давайте посмотрим. В Deutschlande. Вот, получается... А, нет, он даже стоил 535 евро. Digital камера получается с карточкой. И покупалась она, получается, в Бохуме. Это возле Франкфурта, магазин Saturn Electro. октября 2018 года в 16:29. Такой Kassenbon. Чек. Инструкции. Гарантийники. Даже не смотрел в них, потому что покупаешь камеру, времени нету даже прочитать вот это все. Интернациональная камера, языков хватит вам любых. И немецкий, английский, русский, все есть. Это все мы посмотрели. Перейдем к самой камере. Такой чехольчик, смотрите, вот что написано. Mark II. Polarizer. А, получается, от солнца защищает. Очень черный цвет насыщенный. А коробка у нас сделана из полипропилена. Камера заставляет удивлять. Ей так нравится мне. Смотрите, на экране наклеено защитное стекло. Раз. Камера, в принципе, очень хорошего качества. Не убита. Ну, вообще, вот все, что надо, все есть в камере. Экран выдвигается. И так, и вот так. Да, вот это максимально. Вот так можно даже снимать себя, получается. Вот, от солнца защищает. Механизм хороший. Сразу проверяйте механизм вот этот. Если все плавно работает, значит камера не ушатана. Потому что обычно крутят и ушатывают. Дальше у нас вот такое колесико. Для переключения режимов есть. Еще хочу обратить ваше внимание, что внизу также есть колесико, которое с нуля вы можете регулировать. Это контрастность, ISO, выстрел фотокамеры и Power G7X. Аккумулятора нет.
Ну, мы открыли, показываю вам карточка. 8 гигабайт. Transcend. И аккумулятор я зарядил. Но я его положил в одно место. Вот так поставим. Видите, все в порядке. Вот такой аккумулятор у нас. Canon. Получается, он на 1250 миллиампер часов. Такого аккумулятора хватает на 2 часа непрерывной съемки. В общем, аккумулятора хватит вам на очень много. Смотрите, Canon. Настроек море просто. Очень много настроек. Панорама, смотрите. Авто. Гибридное авто. Программный режим. Приоритет. Так, начнем с этого режима. Видео. Стандартный. Панорама. Авто. Гибридное авто. Программный режим. Приоритет выдержки. Приоритет диафрагмы. Ручной. Пользовательский. Стандартный. Стандартный режим. Стандартный. Панорама. А, стандартный, все. Далее, если покрутить вот этим колесиком, то вот видите, утемняет ISO. Если покрутить вправо, то высветляет. Вот, смотрите, как светло. 0 это авто настройки, оно само настраивается. Также тут сенсорный экран, но я даже сенсорами не пользуюсь особо. Фокус можно дать. Получается, вот размер видеозаписи. Я даже не знаю, что прямо тут можно все вот это настраивать. ND-фильтры. Автокоррекция яркости, стиль изображения, баланс белого, видеорежим. Настройки. Вот рюкзак я снимал видео. Ну, покажем видео с Карпатой лучше. Так давайте звук на максимум. Также тут видеозапись, фотоаппарат. Давайте вот авто и сделаем выстрел. Посмотрим фотографию. Вот такая фотография. Размывает очень хорошо. Полюбил этот фотоаппарат именно за размытие. Давайте зайдем в меню. И в меню у нас вот такие настройки. Сразу поставил я 60 FPS. Получается 60 кадров в секунду, да. В целом меньше. Формат. Вот 8 гигабайт. Вполне хватает камеры. Нумерация, вот все, что надо, все есть. Эко-режимы, языки русские. Посмотрите, сколько тут языков. Все есть. Отображение логотипа, установки мое меню. Давайте попробуем сейчас вот так снять. У меня есть видео с Карпат, которое я вставлю. Вот такой маленький фотоаппаратик, очень удобный. Очень много режимов. Также тут вот снизу можно короткий клип. Ручной. Интервал съемки.
Можно сделать вообще, когда ставят фотоаппарат, получается, на долгое время, и видео идет очень красиво, получается. Интервальная съемка, скорее всего, да. В общем, такой фотоаппарат. Покажу я вам. Давайте посмотрим на линзу еще. Чтобы она была не сильно так поцарапана. В общем, я попытаюсь еще вставить в данное видео отрезок моего путешествия в Киев, Карпаты, Ивано-Франковск, Львов. Посмотрите, как фотоаппарат снимает при разных условиях. Все, супер. Спасибо за просмотр. Canon G7X. Не фотоаппарат, а пушка. Я как увидел, как он снимает, как он размывает мое лицо, я был просто в самой высшей степени удовлетворения. Потому что данный фотоаппарат за недорогую стоимость может вам дать такое видео, так размыть, как вот такенная махина фотоаппарата, очень большая. Спасибо за просмотр. Canon J7X. Удачи. Все, спасибо. Первая проверка видеозаписи. Получается, это 30 апреля или 29 апреля. Да, фокусировка очень хорошая получается, и меня видно тоже очень хорошо. Ну, посмотрим, как оно будет в итоге. Крутой фотоаппарат, но вес, конечно, увесистый такой. Good. Проверка записи снизу. Не, ну круто снимает, конечно. Зергут. Good.